Здравствуйте всем, привет всем, ребята, дамы и господа. Это новая рубрика «Отец отказался от родного сына». Почему отказался? Из-за стримов. Теперь батя может сам зарабатывать. Теперь я не нужен, родной сын. Потому что раньше давно в Чулыме, как вы знаете, мы переехали в Чулым. Я подростком был, я школьником был. Батя 2 года не работал в начале. И когда мама говорила, идите на вахту, там деньги нужны, там на уголь идти на вахту, он говорит, Руслан, пусть тоже работает. И в чем суть? Он всегда упрекал меня, что вот я не работаю, и он тоже не будет работать. Ну, потом кое-как его через 2 года устроили в совхоз. Вот. Ну, потом, когда я стал зарабатывать, когда сюда переехали, стали снимать видео, он сразу стал ко мне хорошо относиться.